Вас приветствует любимая компания «Электромотор». Мы находимся у нас на складе и сейчас снимаем видеоролик о мотоблоке «Кентавр 1010» без электростартера. Давайте дальше посмотрим его основные части, из чего он состоит, как им управлять, где находится какая деталь и как его заправлять. Компания «Электромотор». Перед вами мотоблок дизельный на 10 лошадиных сил. Что можно про него сказать? Передачи, как и в прошлой модели с электростартером мы снимали, вот вы ее видите. Медленные, быстрые, удобная коробка передач. Рычаги включения, выключения, регулировки самого мотоблока. Прорезиненные ручки, ну очень тяжелая техника, конечно, тут уже порядка 200 килограмм мотоблок весит. Дизельное топливо, ручной запуск, конечно, в морозы будет тяжеловато его завести, вот, поэтому люди покупают иногда с электростартером модель, но это тоже порядка на 3-4 тысячи модель стоит дороже. То есть, если у вас и так нет денег, то приобретают с ручным запуском. Если пользуются бабушка, дедушка... Какие больше покупают? Не могу вам сказать. Больше покупают, что дешевле, потому что люди сейчас не сильно богатые, поэтому покупают с ручным запуском. В комплект поставки входит фреза, входит плужок к этой модели мощной. Крепится, вот мы видим сюда. Масло заливается трансмиссионное в эту часть. Также в двигатель заливается масло, тут используется, наши ребята заливали 10W40, также заливается дизель. Выхлопная труба, один ремень идет, потому что мы еще его не обкатали, вообще идет 3 ремня в комплекте. Колеса, как вы видите, мощные, 10 дюймов. Сверху идет удобная такая штучка, если нужно мелочи какие-то положить при работе, чтобы никуда не возвращаться. Также к таким мотоблокам у них больший функционал, можно приспособить копалки, сажалки, косилки. Вот вы можете видеть сзади копалочку каменского производства, которую тоже можно приспособить к данному мотоблоку. И удобно выкапывать картошку. Что еще сказать? Рядом вы видите модель Forte, абсолютно идентичную, на 10 лошадиных сил, без стартера. Ну, знаете, как раньше были картинки «Найди 10 отличий». Отличия я вижу только в цвете и, ну, возможно, некоторые там заглушечки другой формы. Остальные все части абсолютно одинаковые. Но также на двигателе Forte написано, что там 10 лошадиных сил, на Кентавре написано, что 10,5 лошадиных сил. Правда это или просто такие таблички поставили? Ну, я думаю, что там все-таки одинаковые двигатели стоят. Поэтому тут уж не знаю, кто как проверит. Здесь вы можете видеть фара, очень удобно, если нужно работать в темное время суток. То есть, если нужно закончить какой-то процесс, либо это зима, нужно быстро убрать снег, то тоже это отлично, что есть фара в комплекте. Потому что даже на многих мотоблоках Motorsich фары не комплектуются, они девятки, хотя и стоят, как вы знаете, намного дороже, чем мотоблоки Кентавр. Вот, какой выбрать мотоблок? Звоните, пишите, нам мы подскажем, чем сможем, но в большинстве случаев выбор зависит от вас. Необходимо знать, какой участок, какими ресурсами финансовыми вы располагаете и что будете, какие работы совершать с помощью данного мотоблока. По вопросам покупки абсолютно любой техники Forte и не только другой сельхозтехники, вы можете обращаться к нам в компанию «Электромотор». Запомните, у нас самые низкие цены по всей Украине. Мы предлагаем самые низкие цены, постоянное наличие на складе. Также торгуйтесь с нами, цены не окончательные.
звоните нашим менеджерам, говорите, что вы видели наши видеоролики, что хотите цену ниже, и мы обязательно уступим вам дешевле. Звоните к нам по телефону 044-530-38, будем рады продать вам абсолютно любое оборудование с нашего склада. Контактный телефон 530-38. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».